Итак, мы рассмотрели варианты усилий с верхних рук, так называемый винт лосюань с нижних рук. И теперь рассмотрим вариант, когда у нас комбинированная получается ситуация, когда одна рука сверху, другая снизу. Вот у меня в данной ситуации левая снизу, правая сверху. И здесь мы можем очень хорошее... ситуация для того, чтобы я мог сделать фэньгуа, подготовил его. Что я делаю? Я даю усилие нижнего винта с левой руки, а правой рукой в этом же направлении действую на так, чтобы поставить на пятки усилие на центр тяжести. Чтобы сохранить свою позицию, мой партнер вынужден давать усилие встречное. Вот это. Старайся сейчас не стать на пятки, вот, упираться. И как раз вот это усилие я использую для того, чтобы выполнить фэнгуа. Для этого смещаюсь по легкой дуге немножко и вытягиваю здесь. И у меня хорошая позиция для атаки. Повторим. Я сейчас медленно даю усилие, и ты его контролишь, да, вот встречное усилие. Я как раз вытягиваю, я с небольшим отшагом показываю. Давай с этой стороны покажем. Такое же положение примем. Итак, начинаю медленно давать, контролишь, упираешься. Упираешься, вот у меня две руки. Это тоже помогает сверху. И здесь вытягиваю. Теперь чуть-чуть я добавлю динамики в это. Раз, два. Если партнер недостаточно у него выстроено тело, то здесь просто я сминаю. Если ему удается вот своим верхним уравновесить, ну, получается, вот, вот, ага, вот, ты встречное усилие, вот, вот, вот это, да. Вот. То я вытягиваю на себя. С этой стороны поменяем ноги. Теперь у меня отсюда нижний винт. Вот мои усилия. Попробую. Вот эта рука сверху в этом направлении, а здесь. И отсюда. Вот так. Угу. Поменяем. Тоже левая впереди получается. Раз. И отсюда у меня со сменой ног. Сейчас немножко по-другому сделал. Было. Ну, без разницы. Когда фэньгуа, чем интересен, что мне нужно вот эту руку выстроить ногу. И если у меня получается, когда не те руки-ноги, я просто делаю перешагивание. Так, ну давай ты попробуешь хорошо. Левой ногой впереди. Эта рука у тебя будет снизу, а это сверху. Делаешь отсюда винт. Я его а эта рука помогает в этом. Сейчас дам тебе сделать направление вот сюда, допустим. Хорошо. А теперь я буду упираться. И да, у тебя все правильно. В данной ситуации со сменой ног. Давай поделаем. Управился. Вот. А если наоборот сделаем, вот, ты делаешь винт уже с этой ноги, и тогда у тебя без смены. А это помогает в этом же направлении. Да, важно понять, как обе руки задействуются. Нога. Вот я упер. Вот так, да, понял. И с этой стороны. Также встанем. Угу. Ага. И вот сейчас немножко давай на твое место прямо стану. Правая нога, подправлю одну ошибочку. Вот у тебя было. Так, так было. Вот так было, да? Угу. У тебя было, ты давал силу, и ты пытался больше этой рукой зацепить. А здесь суть в том, что я вот сейчас дал усилие, я. Давай встречное. Я как бы вращаюсь, просто вращаюсь, не давая усилия, точку опоры получил. А работаю вот этой рукой. Потому что здесь мне придется вот включать мышцы. Вот. А так получается, вот, видишь, здесь она просто вот за счет вращения подцепил. Вот получается. Угу. Уже не столь. А вот второй вариант, когда здесь требуется уже сила. А у меня же сила как раз вот на раскрытии. Вот здесь работа, больше работаем, да? Попробуем. Так, что у нас? Так, да. Не, вот так, так удобнее будет тебе, да. Так. Не, так, вот. Ну, чтобы не менять ноги, да. И. Не, вот так. Запутались немножко, да. Даешь усилие. А, не, перед этим усилие хорошее, да. И эту руку включай.
И винт, винт, винт. Вот. И теперь... Сейчас опять включил. Попробуй... Обкатать. Обкатать, да, обкатать. Вот. Вот. А эту, соответственно, наоборот, на раскрытие. Вот. Ну, зацепил немножко. Вот сейчас тебе важно расслабить, убрать напряжение с плеч и... Да, то есть как бы это выглядело. То есть вот я здесь дал отсюда, в этом направлении. И, то есть у меня рука как бы на месте вращается, а вот этим я раскрываю. А это второй тип, когда я двигаю этой рукой. Рука на месте, вокруг точки. Вокруг точки, но при этом вот эту руку, вторая, мы ее, она связана с сзади стоящей ногой, и как раз шагом, то, что мы делали на фуань, помнишь? Фуань, да. Использовали силу шага и раскрытие бедра. Вот это вот как раз твой потенциал для усиления вот этого технического действия в двухходовке. Когда у нас комбинирована одна рука сверху, другая снизу, очень часто используется комбинация и выход на фэнгуа. Хорошо, поделай. Ну вот как в качестве домашнего задания с Игорем как раз осознали, проговорили то, что ты для себя понял, как ты будешь дальше взращивать силу осознания в движении и технику, биомеханику. На движении фэнгуа назад, вверх, наружу, правая рука раскрытия, я немножко выставил, потом добавляю винт. Тут может вариант в данном случае это рука сверху, это снизу. Добавляю винт. И представляю здесь точку контакта, предплечье партнера, вокруг которой я буду спокойно делать обкатывание без применения излишней физической силы. Да. С небольшим Все правильно. И для этого можно потом добавлять небольшое перемещение. Небольшое смещение. И я как бы из линии атаки ухожу и обкатываю руку. А эта рука за счет движения ног как раз работает. Ног, Она у меня раскрытие идет. И здесь... Спокойно, обозначаем атаку, то есть хорошо, мы включили все базовые моменты, мы можем выполнить это без партнера и напрямую потом это встраивается в тушу. Это очень хорошее такое действие, это подводящее, потому что для вот с точки зрения практики сплошь и рядом хорошие ученики мастера, и сам Яо это использует, провоцирование нижним и потом на фэнгуа практически всегда. Если нету встречного усилия, он просто сминает этим действием и дальше уже входит в атаку. Продолжая делаю, немножко прокомментирую. То есть получилось, что после того, как мы проработали методику применения верхних винтов, нижних винтов, комбинированной, сочетание с фэнгуа, получилось запустить и такую инициацию, где Игорь уже может сам разложить на составные детали, составить личную методику, добавляя, усложняя, добавляя какие-то элементы, и таким образом у него есть замечательная возможность в сольном варианте проработать сочетание усилий, отточить детали, где-то одну руку исключив, другую добавив, где-то добавив шага буфа. И замечательно, вот такая идет внутренняя работа, где мы имеем возможность использовать навыки методики джан-джуан, столбов, шили, буфа, туй-шоу. И на каком-то этапе можно потом обозначать фрагмент фали небольшой. Вот, если мы еще сюда подключим шишен и яндзин, то есть те навыки, которые мы на школе нарабатывали потихонечку, то здесь такая уже идет полноценная работа. Если я буду использовать только фрагмент туй-шоу и добавлю тактику входа на среднюю ближнюю дистанцию с контролем рук, то это будет уже в чистом виде использование навыков ицуань для свободного поединка, для сэньшоу в сольном варианте. И тогда вот этот сольный вариант, он не будет просто действиями боя
с тенью, с не очень понятными действиями, а представляя, как ты входишь, как контролируешь, как, что именно применяешь, как вводишь на таки, это приобретает уже такой осмысленный вариант, осознанный, который можно потом закреплять на партнере, который дает возможность это делать. Очень важно, чтобы партнер позволял развиваться навыкам, добавляя свое сопротивление. Если сразу включить возможности человека скоростные, его реакции, его силовые, то мы не разовьем свои качества. Важно, чтобы партнер, желательно более опытный, помогал вам выполнить действия. Вот различные сочетания. Если вы чувствуете, что какая-то техника чуть-чуть немножко не так идет, вы останавливаетесь и отдельно нарабатываете ее в базовом варианте. Да, подчищаете хвосты. Ну, в данном случае, вот как раз Игорь Фуань Фали, да, остановился и пойдем, послушал. Подчистил, встроил опять в свои комбинации.